познакомитесь с теми сортами, видами, которые у нас есть, ягодных растений. Потом мы вам предложим дегустацию наших плодов. Это черная смородина, жимолость, все, что у нас тут есть. Вы можете попить чаю, чай наш. Чай сам не наш, но все добавки, которые есть, они все наши. Кроме того, у нас здесь специально есть якутские лепешечки, которые вы можете взять, обмакнуть в варенье, сделанное опять-таки из нашей ягоды, и хорошо провести время. В конце у нас есть небольшое количество саженцев. Сейчас, может быть, еще не очень подходящее время, но, тем не менее, у нас есть саженцы, которые вы можете у нас приобрести. И плюс еще один такой очень хороший фактор у нас есть. У нас есть один сотрудник, который... Это не наш сейчас сотрудник, но когда-то он был нашим сотрудником. Потом он стал немножечко в другой области работать. И он вам расскажет о том, как ухаживать, и даже продемонстрирует те препараты, которые вам помогут в уходе за вашими растениями. Это вообще, в принципе, садоводство – это отрасль растениеводства. Ну, мы все это знаем, да, которая занимается и декоративными растениями, и плодовыми, и ягодными растениями. Ягодные – это ягодоводство. Вот у нас в Якутии в основном, конечно, развито ягодное ягодоводство, потому что есть определенные параметры, по которым растения приспособлены к определенному климатическому режиму. И это зависит от суммы температур, которая должна быть во время их роста. И вот здесь вот как раз приведены все эти данные, но я не буду вам их рассказывать. Если вы захотите, вы сами можете пойти и посмотреть. Надо вам просто знать, что все растения делятся по своей морозостойкости. И вот здесь вот тоже шкала зимостойкости плодовых. Оказывается, самая зимостойкая – это яблоня. И это действительно подтверждается тем, что у нас очень хорошо растет яблоня ягодная. Вы все ее, наверное, знаете, ее прекрасное цветение. Да? И вот это вот ягодное яблоня, в Канаде все садоводство крупных плодов рассчитано как раз на нее. То есть она является для них подвоем. Затем и самое-самое, это, конечно, гранат, апельсин, но нам не нужны гранаты и апельсины, тем более, что мы их спокойно можем выращивать и в комнатных условиях. Они хорошо у нас растут. Вот. Вообще, да, хотелось бы вот сказать, что есть нормы потребления ягод. Так вот, эти нормы потребления ягод, они наши российские, наши якутские и мировые очень сильно отличаются. Если у нас норма потребления сейчас 145 грамм, это вот такусенькая, малюсенькая какая-то ладошечка наша, да, которая здесь у вас и яблоки, и лимоны. Это я имею в виду ежедневное потребление. Это вот ложечка, то есть такая ладошечка. Здесь у вас и лимоны, и апельсины, и виноград, и смородина, и клубника, земляника. Это ежедневно мы потребляем только столько. А в то же время в России уже потребляют, допустим, ну, скажем, ну, 3 таких ладошечки, предположим. Но это мало по сравнению с тем, которое идет потребление на Западе. Там ежедневно потребляется около 500-600 грамм вот этого всего. Вот. И что хочу сказать, что у нас сначала, ну, в общем, здесь деление на районы, тоже можете посмотреть, как захотите. Вот. И что хотелось бы сказать, что вот сначала у нас вроде бы, когда вот образовалось вот эти вот, после 2000 года у нас произошло сначала падение. Падение площадей, и садоводство у нас резко сократилось. Настолько резко, что почти в два раза. Потом с 2005 по 2010 оно увеличилось до 49 центнеров с гектара, да? А потом, вот в настоящее время, в 2023 году, произошло опять падение. У нас одного гектара собирают 17,5 миллионов тонн. Это очень мало. То есть тонн, не миллионов, а тонн. Вот. Это очень мало. С одного гектара мы получаем столько. То есть... Потому что сельское хозяйство упало, потому что у нас сократились площади, потому что у нас произошло тут и с сортами. Да, потому что мы же теперь стараемся только свои, а мы в свое время завезли сорта совершенно другие, западные. Кроме того, вредители вот эти сельскохозяйственные. Опять-таки, мы же раньше пользовались любыми средствами, да, импортными, всевозможными. А сейчас наверняка у нас произошло ограничение. И вот как раз Роман вам расскажет об этом. Вот. Но вот, тем не менее, вот у нас основатели нашего сибирского садоводства. Это люди, которые... Дали. Вот это вот сибирское садоводство. Оно есть. Вы, наверное, слышали о таком Вигарове. Лечебный сад Вигарова. Слышали, да? Вот это вот человек, который
заложил сад, и в этом саду все растения были высажены по принципу наибольшего воздействия на человеческий организм. То есть там были подобраны, вот, допустим, облепиха, может быть, она где-то была, но не в такой степени была распространена, как вот после того, как Вигоров создал свой сад. Этот сад существует, конечно, и поныне, но в очень сильном в Екатеринбурге. Но он в усеченном месте, потому что после смерти Вигорова его там растащили. Ну, это известная история у нас, к сожалению. А в Якутии мы можем считать двух людей. Точнее, с Зинаидой Ефимовной Кротовой мы связываем становление ботанического сада. И поскольку у нас здесь своя отрасль стала развиваться, то мы, естественно, ее можем вполне тоже отнести и к основателям садоводства декоративного и ягодоводства у нас в Якутии. И, конечно же, наша Мария Алексеевна Черткова. Мы ее все прекрасно знаем, да, знаем сорта, которые она вывела. И вот известно, что без сортов не происходит вообще такого регионального развития промышленности садоводческой. Так вот, именно Мария Алексеевна Черткова была тем человеком, который 4 сорта вывел. Вы знаете, это Альго, так называемое, сейчас оно называется Якутское, затем Эркене, Мирючана и Харакаталык. Да, вот эти все 4 сорта, они входят в реестр госсортоиспытания и входят в стандарты Российской Федерации. Это сорта, которые признаны. Ну, у нас есть, конечно, к ним ко всем такие претензии. Светлана Михайловна может рассказать потом. Допустим, мы тоже на своем питомнике можем рассказать, что хорошо, что не очень хорошо. Ну, вот, допустим, якутскую смородину мы ведь очень любим, верно? Прямо это синие такие прекрасные грозди, самое сладкое, самое вкусное. Но варенье из нее жидкое, так скажем. Когда ее замораживаешь, тоже получается жидкость. И самое главное, в связи с изменением климата у нас что стало происходить? У нас, смотрите, какой и так сухой воздух, да? А сейчас у нас что? Вы, наверное, замечали, что у вас прямо на кусту происходит запекание ягод. Да? То есть они не созревают до того, как вот нужно, а они запекаются, становятся вялыми такими. И вот это вот как раз следствие. Харакаталык. Какой вкусный сорт, какие вкусные ягоды. Помните, такие коричневые, сладкие, глянцевые. Просто чудо, что такое, что за ягоды. Но осыпаются. Вот поймать этот харакаталык и его полностью собрать, это тоже очень большая проблема. Да, а потом другую. А еще что-то половина свалится вообще и потеряется. Любовь Максимовна, наверное, знает Мусича, во всяком случае, слышала точно, да? Да, он занимался агротехникой возделывания черной смородины. И Перк Александр Яковлевич, который в 64-м году, в 68-м году перешел в ботанический сад, и вот как раз он возглавил вот это вот направление. И надо сказать, что вот тут вот у нас приведена маленькая, правда, но такая очень... интересная фотография. Здесь приведены все наши якутские ученые, которые чем-то прославились. Вот я вот сейчас вам скажу. Вот если брать справа налево, то Борис Иванович Иванов. Это директор нашего института. Сначала ученый-секретарь, потом, значит, заведующий лабораторией физиологии и биохимии, и потом директор нашего института. Академик Академии Якутской академии. Очень много сделал. Вот институт – это его заслуга полностью. И, кстати говоря, вот этот весь питомник – это тоже его заслуга, потому что он мне все время говорил: «Ой, у нас везде картошка, надо эту картошку заменить чем-то, да? И вот, давай-ка высаживай здесь». Ну вот, вот мы и предприняли попытки высаживать здесь, а Светлана Михайловна продолжила эти попытки. Следующий у нас вот этот вот молодой человек уже здесь – это Семен Романович Попов. Мы его тоже все знаем, а вы тоже его знаете. Сорт якутская помидоры, знаете, якутяночка. Вот это Семен Романович Попов. Пожалуйста, вот он у нас тут тоже. Да. А вот тут сидит у нас как раз Мария Алексеевна Черткова. И она сидит вместе с Александром, а он, конечно, стоит. А нет, следующий еще у нас Егоров. Вот Егорова мы очень хорошо знаем, как... Он изучал состояние, содержание витаминов вот в этих во всех наших плодах, да. И, собственно говоря, биохимические такие показатели – это все именно его в его трудах. И мы на них до сих пор ориентируемся, и до сих пор мы ими пользуемся. И Александр Яковлевич Перк, который заложил питомник, там у нас далекий питомник, потом питомник под горой у нас был очень хороший. И вот самое главное, что у Александра Яковлевича – это то, что вот он говорил о промышленном, о любительском садоводстве.
садоводстве. И вот вместе с Марией Алексеевной, я считаю, что они как раз вот основатели вот этого дачного садоводства. Опять-таки у нас в питомнике есть огромный такой, этот вот можно посмотреть, вот эти вот сорта, которые у них есть. А здесь те виды смородины, которые у нас здесь произрастают. Вы можете посмотреть, вы можете попробовать, выбрать то, что вам понравится, и вы уже будете знать, что же вам покупать. А здесь мы занялись вишней песчаной. Вишня песчаная – это единственный вид вишни, который у нас может расти и плодоносить. И вот, смотрите, видите, как много вишни. Из нее можно делать все, что угодно. И варенье варить, и наливку делать, и в пирогах использовать, и все, что угодно. А вот эти вот листья вишни очень хороши, как лекарственное средство, именно листья. Ну, плоды тоже, но их не так много, а листьев много. Поэтому можно их принимать как лекарственное общекрепляющее средство. Ну, земляника, вот тут показаны эти. И облепиха. Облепиха тоже очень интересное растение. Может быть, у кого-то была облепиха, да, может быть, что-то вы слышали о ней. Она интересна тем, что, ну, это действительно очень интересное растение. Вот посмотрите, как она вот облепила свои веточки. Это растение, прежде всего, двудомное, то есть есть женские и мужские экземпляры, это первое. Потом очень интересно, что вот имеется дерево, а у этого огромного дерева, у него всего несколько скелетных таких веточек, этих корней, которые расползаются на высоту, то есть на длину до 10 метров. И то есть, если вы, допустим,
в таком садоводческом раже, будете бороться с сорняками, выдирать эти сорняки, пройдете культиватором, да, вы подрубаете корни. Подрубая корни, вы можете полностью погубить растение. То есть нужно вот это вот знать, если вы собираетесь где-то проводить у себя, выращивать облепиху, то это должен быть участочек, на котором вы не будете трогать землю. И облепихе не нужно вносить ни в коем случае органические удобрения, потому что это такое растение интересное, что оно на своих корнях имеет такие клубеньки, в которых живут бактерии, так называемые клубеньковые бактерии, которые усваивают и азот из воздуха. Замечательное растение бобовые, получается. Да? Как бобовые. Значит, то есть облагораживается почва, почва обогащается, а плюс еще вы имеете такое высокоогромное, высоковитаминное, такое оздоровительное, замечательное, красивое растение. Ну вот, вот это вот то, что я вам хотела доложить в таком вот своем, как бы, выступлении. Все очень понравилось, хорошая организация, очень душевно. Много полезной информации почерпнули. Так что. И один вид чего стоит вот этих сопок. Красота. Вот. Спасибо. Это в Якутии. Первые два ряда это смородина Ribes globellum, голенькая, из-за того, что листовой черешок немного, то есть опушения очень мало. Цветки зеленоватые и ягода мелкая достаточно. Но она широко распространена. То, что мы в лесу собираем, это она и есть. Дальше вот этот вот третий и четвертый ряды, они, посмотрите, листочки немножко другие. Если их потрогать, они блестящие и как лакированные. Это смородина тундровая, смородина печальная, Ribes triste. Ягод мало. На кисточках, посмотрите, всего по 3, по 2 ягодки. Да? Условия, конечно, для нее совсем не те. В принципе, тундровая, она привыкла к мерзлым почвам, да? Когда практически они растут на льду. А здесь у нас глубина достаточно низкая, и поэтому она идет в рост благодаря этому, но при этом она сохраняет свое свойство, защищается от солнца. Вот этот вот блеск и антоциановая окраска на краях листьев – это защита от солнца. Да? Это нормально. Как раз и благодаря этому. Это дикие виды. Да. Пока мы с вами стоим на диких видах, которые растут у нас в Якутии. Дальше у нас смородина Пальчевского. Она растет в Южной Якутии. Она очень похожа на смородину голенькую, первые два ряда, да? Но, опять-таки, лист плотный. Листья мелкие, куст, посмотрите, компактный, да? Ягод видно лучше. Они темные. И при хорошем поливе, и когда достаточно влажно, ягоды крупные. И она намного слаще, чем та, которую мы обычно собираем. Она до осени висит с ягодами, и даже эти ягоды не осыпаются вообще. Чем позже, да, конечно, тут можно все пробовать. Чем дольше стоит, тем она слаще. И получается из ягод желе очень густое, очень такое хорошее мармеладное получается. Так, дальше смородин растет новосибирский вид. Новосибирский вид, смородина темно-пурпуровая. Здесь у нас другая картина. Тут побеги очень сильно вымерзают по уровень снега, но тут крупные ягоды, очень крупные. Если вы присмотритесь, да, там, где мы их, то мы уже некоторые собрали, их не видно. Но в отличие от наших, посмотрите, вот эти вот остатки цветочка очень крупно видны. Да? Она очень крупная, но вкус очень плохой. Практически невозможно его есть. Можете попробовать, она практически созрела. Так, вот дальше у нас смородина с происхождением из Северной Америки. То есть она получена у нас семенами, да?
вырастает практически до 2 метров при хорошем уходе. У нас просто тут она стоит сама по себе, без никаких подкормок, полива, даже практически не вычищаем. Не вымерзает, но самая главная ее характерная черта – это окрашивание листьев. При входе, если вы видели, где мостик, да, у нас вот эта живая изгородь, вся стрижена, это вот из нее. Она окрашивается, сначала начинает такой розовый, потом бордовый и до вишневого, темно-багрового доходит. И поэтому вот это вот все у вас до осени очень красиво все меняется, картина. Каждый раз как будто вы в другом месте находитесь. Да, смородина альпийская называется. Ягоды дает, но это очень мелкие, их практически не видно. В основном она декоративная только, по урожайности никак. Ну и последний вид — это смородина золотая, тоже из Северной Америки. Но у нас есть несколько видов, которые из Испании и еще из Франции. Они очень сильно вымерзают. Практически то, что вы видите, оно за зиму вымерзает по уровень земли. Вот, это однолетние побеги. За лето вырастает практически на метр. Да? И зимой это все вымерзает. Потом заново вырастает. Но в хорошие, благоприятные, мягкие зимы оно дает ягоды, и они золотые. Поэтому название и золотистое. Тоже очень декоративное. Листья совершенно другие, да, видите? И на вкус они достаточно нормальные. Похожи на крыжовник немножко такой. Все сладковатые. Но есть золотистая, золотая еще и с черными плодами. И еще есть какие-то такие коричневые. Так, ну вот это вот весь квартал красной смородины. Дикорастущие виды местной флоры и сорта местной флоры. Первые три ряда. Мы сейчас сюда подойдем. Первые три ряда – это дикорастущий вид, который мы с вами собираем в лесу. Да? Посмотрим сейчас, чем он отличается от сортов. Посмотрите, куст раскидистый. Можно даже сказать, растет в разные стороны, неряшливый вид. Да? Его надо все время формировать и очень за ней следить. Ягода мелкая. Она бывает черная и коричневая. Это смородина малоцветковая. Но она является основным источником, донором для создания местных сортов. Как раз по зимостойкости, по устойчивости к болезням. Она практически мучнистой росе не подвергается, но подвергается почковому клещу. Что сказал Роман? Мы его практически не обрабатываем. Попробуй нас, пожалуйста. Так, это вот у нас еще один представитель тундровой флоры, смородина маховая. Тоже растет на мху, но в наших условиях он достаточно хорошо прижился. Дает очень хорошие ягоды, но смотрите, начинает желтеть. Чего не хватает, Роман? Азота. Что это? Мне кажется, что-то из микроэлементов. Да, микроэлементы. Магнитин. Нужны микроэлементы. Вот после таких вот листочков она потом становится восприимчивой к мучнистой росе. Поэтому, если вовремя не подкормить, а мы очень не любим подкармливать и добавлять химию, потому что эту ягоду собираем сами, поэтому они, бедные, так страдают. Просто обрезаем побеги. Дальше у нас идут сорта. Сорта Института сельского хозяйства, то есть, да, Марии Андреевны Чертковой. Это вот сорт якутская или альго. Самый получившийся, самый такой сорт, который просто уникальный в наших условиях. Еще называется якутский виноград. Он отличается тем, что ягоды немножко синеватые. На одной кисточке может быть до 20 крупных ягодок. Очень обильно цветет. Плодоношение практически 70%. То есть засохших цветочков очень мало. У вас с одного куста можно собрать до 20 килограмм. Ой, поэтому, например, когда дачники приходят и хотят 20 кустов, я им всегда предлагаю 1-2 куста. Но, опять-таки, смотрите, третий-четвертый год. Но при этом ягода очень такая жидкая. Да? Мясистости мало, поэтому варенье достаточно жидкое.
Получается, и она все-таки десертного вкуса. Любит, когда вот, ну, то есть ягода приятная при вот свежем употреблении. В консервацию это, конечно, только с добавлением, может быть, желе. Потому что очень жидкая получается. Это с добавлением дикорастущего вида охты. Так, дальше идет сорт Сардана. Эту ягоду даже собрать. Поэтому, конечно же, для дачников такой вариант не подходит. Да? И они были удивлены, когда увидели Сардану свою, когда-то созданную и уже для них потерянную у нас. Вот. Она очень хорошая ягода так-то, но ягоды, когда созревают, быстро осыпаются. Вот. Дальше у нас идет Эркени, так как селекционный питомник стоит в Хангалавском улусе, и он назван в честь долины, где стоит питомник. Да? Эркени тоже достаточно хороший сорт, он среднего срока созревания, он устойчив зато к почковому клещу и мучнистой росе. Поэтому это тоже такое достоинство, которое облегчает работу дачников. Да? Не надо обрабатывать или там вычищать почковый клещ. А вот и харакаталык, который очень хорошие ягоды имеет, десертный, да, варенье очень густое. Но, конечно же, опять имеется но, очень большое но. Он подвергается вредителям, мучнистой росе. Если агротехнику не соблюдаете, у вас ягода будет мелкая, она может очень сильно страдать от засухи, да, поэтому надо ей выбрать обязательно затененный участок. Ей надо обеспечивать полив и подкормку очень мощно, но зато вы получите очень вкусные сладкие плоды. Дальше то, что говорила Татьяна Сергеевна, у нас сорта сибирской селекции. Вот третий квартал. Пойдемте. Но они очень многое потеряли в характеристике своих сортов. В России они выглядят лучше, у них ягоды крупнее. У нас они потеряли в урожайности где-то на 40% точно. Ягоды мельче, намного мельче. Но среди вот этих вот привозных сортов большое разнообразие именно сложных сортов. Трехгеномных, двухгеномных, и это обеспечивает устойчивость ко многим болезням, вредителям и, конечно же, добавляет пластичность к условиям произрастания. Европейские сорта у нас представлены в меньшем количестве, потому что они очень сильно страдают в наших условиях и практически дают всего стакан ягод, скажем даже так. Да? Вот хвойный аромат, кстати, стоит, который вы пробовали. Он из Благовещенска, мы привезли его, ему, наверное, где-то 6 лет. Хвойный аромат. Он новый сорт, совершенно новый сорт, да. Но он как раз и сейчас не особо, мы каждый сорт проявляет, исследуем более 10 лет. Потому что все условия, все года разные. И, конечно же, для того, чтобы пустить в продажу, сорт должен быть стабильным. Мучнистой росы много, Рома, не смотри так страшно. Смородина, вы с ней сталкивались. Это вот только-только началось, конец июля, начало августа, как раз и сезон для мучнистой росы. Она появляется, когда идут резкие перепады температур и высокая влажность. Вот, это сорт алтайская. В принципе, ягоды тут очень хорошие. Алтайская десертная, это сорт, который очень даже популярен в России. Да? Но у нас, вы видите, он сильно подмерзает. Мы его страшно обрезаем, но он стоит в качестве, скажем, экземпляра, донора для будущих наших студентов. На базе вот этой вот, этого участка защищено очень много работ. Вот, магистр СВФУ, их двое. У меня вот третий сейчас пишет, кстати, да, по изменчивости листьев. Где-то 4-5 студентов сельхозтехникума защитители именно вот на этих сортах. Уход, вредители, черные сорта смородины, там сорта красной смородины и так далее. То есть это у нас учебно-полевой
скажем так, участок. И поэтому даже те сорта, у которых вот здесь мы, например, ягоды вообще не собираем. Все четыре куста подвергаются уходу, прополке, поливу точно так же, как и все. Но при этом мы с него ягоды вообще не собираем. Но, это тоже, да, вот это же. Да, вот это вот все у нас европейские сорта. Вы видите, очень много замерзающих, да, сухие ветки. Вы видите, что они больше по площади растут, чем нежели вверх, да. То есть они по уровень снега нормально приживаются, живут, но вверх не идут. И ягода у них тоже по земле. То есть она все время грязная. Тоже не очень хорошо. Вот. Но вот подойдемте к тому самому последнему ряду. Да, но вот смотрите, вот достаточно крупные ягоды. Ага. Это вот я ее прям обновила, потому что очень последние 3 года он плохо выглядел, этот куст. В этом году ему как-то условия пошли лучше, выглядит лучше. В прошлом году вы бы на него даже не посмотрели, он был страшный, страшный. Вот, осторожно. Так, ну и 6-й квартал. Это у нас квартал потеряшек, мы их называем, потому что изучается смородина 60-х годов. За это время очень много было ученых. Дневники, если потеряны, архивы сгорели, мы практически смородину друг от друга делить не можем. У них листья одинаковые, листья практически, цветки одинаковой формы цветков. Очень тонкая разница. Только на генетическом уровне можно разделить сорта. И поэтому вот 6-й квартал у нас квартал потеряшек. Но здесь очень хорошие ягоды. В принципе, хорошие они могут быть доноры для наших будущих селекционеров, если они займутся. Поэтому они стоят. Тут можете пробовать, их на дегустационном столе не было. Потеряшки мы не ставим. Ага. Сами увидите, вот смотрите, какие крупные, да. Они мясистые, у них варенье очень хорошее. Потеряшки это, я не знаю, что это. А где восточный гранат, который мы купили? Восточный гранат вон там. Она хорошо растет, да? Да. О, как там должен. О, вот эти. Кто не знает, купили его. Одна из крупных. Угу. Одна из крупных. Это новый сорт. Практически в госреестре его характеристики нет. Но мы его привезли из новосибирского питомника, из Бердска. И поэтому очень такой этот хороший сорт. Ну, как и все смородины, немножко тень. Но не совсем в тени. Потому что немножко хотя бы 3-4 часа должно быть солнце. Угу. Влагу обязательно и подкормка. Подкормка какая? Ну вот, да. Обычная подкормка, которая подходит. Перегной. В основном перегноем. Сажаем первый раз. Подкормка или под... это ничего. Ну, вы почву сделаете, поэтому первые 3 года это нормально. Сегодня очень интересный праздник, и мне очень приятно, что меня пригласили. Ну, я всю жизнь проработала в Институте биологии, но сейчас на пенсии. Когда была студенткой, я проходила практику в ботсаду, делала курсовую, дипломную работу. И моим руководителем была Кротова Зинаида Ефимовна. Поэтому, так сказать, к ботсаду я неровно дышу. Вот. Очень рада, что удалось такое мероприятие интересное. Я думаю, что оно приживется и будет ежегодным. Желаю успехов, ботсадовцам. И теперь к нашей даче. Вот. И сегодня я расскажу про удобрения, про препараты. Ну, вообще, какие есть для сада и огорода. Не все, правда, взял на своем горбу, но все же. Основные. Это только основные. В общем, про удобрения, что у нас есть вот. Азот, фосфор, калий, калий. Чисто фосфорного суперфосфат я не взял. В общем, вот это 3 основных элемента питания. Азот, фосфор, калий. Их еще называют макроэлементами. Там еще есть сера, но серы обычно достаточно для растений. Особенно около городов. Азот – это основная строительная единица растений. То есть именно зелень. Она, соответственно, нужна в первую половину лета.
Если под осень подкормите азотом, это снижает зимостойкость многолетних культур. Хороша селитва мячная, еще есть карбамид. Карбамид — это по старинке мочевина называется. Вы, наверное, знаете. Но мочевина плохо действует при холодных температурах. То есть, например, весной, если будете подкармливать, она может просто лежать в почве. В этом плане лучше селитву использовать. А мочевины можно подкармливать там в процессе лета. Потом идет фосфорно-калийное удобрение. Это суперфосфат, монофосфат калия или барафоска. Ими можно подкармливать именно для цветения и плодоношения. Например, сейчас самое то. И подготовка к зиме. Подготовка к зиме еще есть сульфат калия. Это вот именно на иммунитет, на корни и на зимостойкость, чтобы улучшить зимостойкость. Даже у не наших растений можно тем самым улучшить зимостойкость. Подкормите калием, сульфат калия, либо хотя бы настой золы. Это улучшает зимостойкость. Например, я гортензии добился того, чтобы гортензии зимовали тем самым. Вот, это три основных элемента питания. И еще есть микроэлементы. Где-то я их искал. Они нужны, они называются микро, потому что, ну, они нужны в малой пропорции в основном. Это там железо, марганец, молибден кое-где есть, цинк, магний и так далее. А, магний к макроэлементам, но все равно его мало надо. И часто у растений есть нехватка там одного, второго, третьего, но гадать, ну, для неподготовленного человека гадать это сложно, какого и конкретно элемента не хватает. Поэтому легче комплексный применять по микроэлементам. 1-2 раза в сезон. Но для однолетних культур, например, для огурцов надо почаще, потому что они очень много тратят. Для многолетних пореже. Там 1 раз в сезон более чем достаточно. И интересные препараты. Это вот удобрения Осмокот и Цион. Они долгого действия. Они специальную формулу имеют, что один раз внесли, и оно действует на протяжении, вот, например, Осмокот, тут написано 5-6 месяцев, бывает 3-4, бывает там 8-9. Можно под комнатку, можно под вот как раз таки для многолетних культур. Один раз несли, и на протяжении лета можно особо не подкармливать растения. И цион. Цион, он на основе циолитов. Это, можно сказать, ну, покрошили ленские столбы и насытили питанием, если так в облегченном варианте. И он действует до 3 лет. Это достаточно удобное растение. И он не обжигает корни. Ой. И он корни обжигает. Потому что бывает, что корни вот до таких, если под перекопку внесли такие удобрения, они плохо бывает растворяются, и корни доходят и могут обжечься. А под ационом не обжигаются. Так, еще очень интересная микориза. Это бактерии, которые вносятся при посадке. Обычно для однолетних культур, но на многолетних тоже работает. Только не для вересковых. Это вот брусника, голубика и так далее. Для них это противопоказано. А это симбиотические бактерии, которые развивают корневую систему намного мощнее. Так, дальше идем. Может быть, на смородине видели почковый клещ? Вот такой, почки вздуваются. Вот. От этого помогает... Вот от клещей вообще акарициды... Клещи же это вообще другие существа. Там, не тля. И отдельные акарициды есть, специальные против клещей. Они сложны в использовании, и их мало, как таковых. Поэтому вот, против почкового клеща хорошо работает 30+ препарат. Еще есть профилактин, но он большой, я его не взял. Им обрабатывают очень весной, ранней весной, когда почки еще не вздулись, ну, не распустились. Там покрывается пленкой, и просто эти почковые клещи задыхаются вот в этих почках. Все, их нет. А как называется? 30+ препарат. Да, только там по времени очень надо. Вот этим шампунем. Для животных. Вот действительно оно помогает. Ну, он, наверное, смывается быстро. Смывается, наверное, быстро. Ладно, дальше. Вот, идут М-препараты. М – это эффективные микроорганизмы. Есть вот сияние, Байкал – это самые стандартные. У нас в Якутии, в Валдане, производится уже эмбиота. Вот я знаю человека, он сам накупил штаммов по всему миру, даже с Японии привез. И разводит этих бактерий в своем реакторе, и вот выводит их. Тоже хорошая вещь, ну, аналог. Это бактерии, которые как раз-таки перерабатывают все эти удобрения поскорее. У нас в почве мало бактерий, как таковых, ну, из-за того, что холодно, и медленнее намного идет перерабатывание веществ вот таких. При внесении этого вместе с этим намного быстрее будет, оборот веществ в природе.
Так, дальше идем. Что про вот, противовредителей? Вредители обычно вот, развиваются в несколько поколений, например, тля там, или какой-нибудь паутинный клещ. И если вот, превентивно ударить весной, где-то в начале июня, по первому поколению, то намного меньше будет их впредь. Превентивные обработки по весне очень эффективны. Есть, например, самые сильные препараты можно использовать, потому что ранней весной ничего особо не цветет, ну, кроме жимолости. На жимолость успеть сложно. Это батрайдер или фурфанон. Батрайдер трехсоставный, очень сильный, но его, к сожалению, нет. И фурфанон. Фурфанон – это молотион по старинке, его называют еще карбофос. Вот он. Это очень эффективный, очень старый и очень вредный препарат. Им аккуратно пользоваться, 60 дней нельзя ничего кушать. Но если весной попользуйтесь нормально. И еще он имеет свойство акарицида. То есть он и против клещей, и против остальных вредителей тоже помогает. Но только весной, либо вот осенью после сбора урожая тоже можно. И еще есть алиот, тоже аналог. Так, дальше идем. Против болезней хвойных, если что-то вдруг, есть такое заболевание щуте или ржавчина на хвойных растениях, помогает ракурс. У них есть специальные препараты для хвойных. Хотя можно и интавиром, например, вредителей убить, потому что там есть эти тля специальная, хермес называется, это такие пушок будто бы на хвойниках. Но от них просто обычные препараты интавир помогают. Но вот от болезни ракурс. Коллоидная сера – это вообще очень старый препарат. 2000 лет назад его еще пользовали там, на какую-нибудь виноградную лозу в Британии, римляне. Она очень хорошо, но надо очень аккуратно ей пользоваться. Она имеет, ну, она и подкормка, но она еще очень хорошо обеззараживает от грибков. Но надо пользоваться от 20 до 30 градусов, потому что до 20 она не работает, а выше 30 она просто сжигает растения. Поэтому надо ей аккуратно пользоваться. Но она очень эффективна весьма. Вот, кстати, эпин и циркон. Это такие вещества. Циркон – это просто вытяжка из эхиноцеи. Если у кого есть эхиноцея, можно вытяжку из эхиноцеи использовать таким же образом. Эпин – это специальный уже препарат, ну, безопасный. Эпин обычно используют для замачивания семян. Не забудьте, что семена замачивать только неподготовленные. То есть, если какие-то гранулированные, их не замачивают. В нем хорошо замачивание и улучшает схожесть и так далее. Но еще он хорош от холодов, от холодового стресса. Заранее за 24 часа обработали им растение, и растение намного лучше себя чувствует. Мало кто знает о его свойствах таковых. Циркон помогает при общем стрессе и еще от жары. Кстати, вот от холодов, от жары. Так, дальше. Какие аминокислоты? Это как? Питание для растений, которое происходит из как раз таки удобрений. Если у растения какие-то стресс будет или уже случился, можно обработать и полить аминокислотами. Жива, стимул, оберег и так далее. Вот такие вещества и препараты помогают. Ну, жива, кажется, самая многосоставная по аминокислотам. Так, дальше идем. Ну, по старинке марганцовка. Она используется скорее для обеззараживания почвы и семян, посадочного материала. Вот, кстати, очень важно посадочный материал, который вы покупаете, обрабатывать даже там с какого-то хорошего питомника. Потому что вот есть, завезли какой-нибудь виноград, а от него пошло куда-нибудь дальше-дальше на ваш сад. И сад может погибнуть, потому что там бывают заболевания, которые не свойственны для наших растений. И может действительно погибнуть растение. Нынче был у женщины одной заболевание, на черемухе появлялись бобы. Я в шоке был, типа, что это такое? Потом почитал, оказывается, это называется очень редкое заболевание, для наших условий вообще ни разу не было. Кармашки слив. Болеет слива, алыча и черемуха. Она сливу привезла, и в итоге от нее пошло на черемуху. А как это выглядит? Это просто бобы за место ягод. Да? Грибок разводит бобы за место ягод. Замещают. Да. Да, и, соответственно, надо обрабатывать растения. Можно марганцовкой, можно там... Вот, кстати, Максим Дачник. О, не. Максим Дачник – это специальный препарат, который надо замачивать, прям окунать растение на 10 минут. Потом уже все, хорошо он обеззараживает. Либо хотя бы марганцовкой.
Да, так очень интересно было. Так, антистресс, как и жива, аминокислоты. Дальше. Вот бактериальные. Гомоир, аллерин. Еще есть триходерма, трихоцин. И глиокладин. Это биологические, типа сенная палочка и триходерма. Только разные штаммы. Они помогают от большинства болезней, но если вы будете пользоваться им постоянно, на там раз в неделю, в две, опрыскивать, поливать, и тогда вы замещаете плохие бактерии хорошими, заранее превентивно, и он очень снижает, если надо какую-то химию использовать. Можно биологическими. После них через день, через два уже можно собирать урожай. Например, на огурцах и так далее. На смородине тоже и так далее. Такие препараты, медьсодержащие, но и не только, там еще есть ревус, ардан медьсодержащие, тоже медьсодержащие, типа бордоская смесь, хом, профитголд, он еще идет с специальным препаратом. Это от альтенариоза, фитофтороза, заболевания картофеля, томатов. А если вовремя, то нормально. Вот, например, этот за 2 недели разлагается. Надо все время читать и смотреть срок последней обработки урожая или так далее. Вот. За сколько надо это обработать. Все грибковые заболевания, они в основном появляются во вторую половину лета. Если вы обработаете где-то начало июля, конец июня, заранее хорошими сильными препаратами, например, картошку или что, смородину, например, то заболеваний будет намного меньше. То есть превентивные обработки намного эффективнее действуют. Так, Танрек, зубр. Составное вещество имидаклоприд. Это очень популярное вещество, разлагается за 2 недели. Оно идет в основном на тлю. Хорошо работает, но до цветения ягоды, вот во время цветения ни в коем случае нельзя. И большинство препаратов вот такой химии, перчатка, маска и очки обязательны. Для вас, потому что надышаться им не то же самое, что попрыскать на растения. На растениях оно быстро усваивается и разлагается там достаточно быстро, но дает защитный эффект. Зубр, танрек, биотлин – это все одно и то же вещество. Можно взаимозаменять. Там еще много разных препаратов. Главное смотреть действующее вещество. Атлет, еще есть регги, коренастый. Это одно и то же вещество. Оно уменьшает междоузлие растений. Например, на томаты идет. Между прочим, на саженцы тоже идет. В Америке, кстати, он запрещен. Потому что достаточно вредный препарат. Перчатка, маска и очки тоже обязательны. Даже если дома вы опрыскиваете, тем более дома. Поэтому надо иметь в виду. На рассаду самое то, чтобы не перерастало. Так. Фитоверм. Это акарицид, получаемый из бактерий. Он биологически разлагается там за сутки, за двое. Через 3 дня можно собирать урожай. Очень хорошо помогает, если на укропе, например, завелась тля. Нельзя же там вот такими препаратами использовать. Вот тогда только фитоверм. Еще есть бетоксибацилин. Это уже прям споры бактерий, которые против личинок. Но он так попахивает, потому что это бактерии как-никак. Поэтому лучше его как-то использовать на другие, не на зелень. А так вот фитоверм для съедобных, либо когда вы уже должны собирать урожай. Так, дальше еще. Так, против муравьев. Что есть? Это одно и то же вещество, только жидкая и сухая форма. Сухая форма, там, почин, землин, муравьин, гром-2, это одно и то же. И мурацит, оно в жидкой форме. Они применяются так, что такие порошковые можно прям под растение посыпать, при посадке, либо за месяц до сбора урожая. Например, при посадке зелени можно посыпать. Это дает защиту. А такими жидкими нельзя по растениям даже рядом. Поэтому вокруг, где дорожки и так далее, эффективно вместе. То есть одновременно и дорожки обработаете, и растения защитите. Если у вас есть уже грядка с зеленью, то изнутри грядки по периметру можно посыпать для защиты. Только руками взрыхлить. В перчатках. Тут перчатка, маска, очки тоже обязательно. Можно добавить мыло. Кстати, мыло, вот эти все добавки, добавляют ферри. Есть специальные добавки, которые схватывают растения и добавляют прилипаемости. Они увеличивают эффективность вот этих препаратов, но не биологических, в несколько раз. Поэтому не забывайте добавлять мыло. Зеленое, либо хозяйственное, обычное. Бор важен для цветения. На съедобные 2 раза за сезон, во время бутонизации и через 2 недели. А на несъедобные можно до 4-5 раз. Например, на петунии, на цинии какие-нибудь. Это именно стимулирует очень сильно цветение.
Хорошая вещь. Есть вещества, кстати, этот, барагум. Там повышено содержание бора, но там еще и все микроэлементы. Хорошая вещь. Так, интавир. Интавир и, может быть, слышали, медилис и... Как? Ну, для обработки от, ну, вот эти всякие мошкары, участков, да. То же самое, что и интавир, только другая концентрация. Они взаимозаменяемы. Просто там надо по пропорциям посчитать правильно, как разводить. Можно интавиром участок обрабатывать от мошки. И наоборот, медилисом можно обрабатывать смородину от вредителей. У него защита 21-30 дней. Поэтому до цветения эффективно. Либо после сбора урожая. Его аналог искра обычная. А искра золотая – это аналог зубра, биотлина, танрека. Ну да. Липидоцид – то же самое, что битоксибацилин, немного другой. Это биологический, очень помогает от гусениц. Хорошая вещь. Липидоцид и битоксибацилин, они продаются на Каландаришвили килограммами прям. Можно там взять. Мы там покупали. Это не магазин, это лаборатория этого. Каландаришвили 5 или как-то там. Да. Там они килограммами продают. Только смотрите, чтобы оно свежее было. Там год хранения. Тоже продают? Да. Но там у них ценники почему-то очень разные. Битоксибацилин выгодно, а остальное невыгодно. Странно. Так, фитоловин. Вот, смотрите, фитоловин. Ну, это специальное вещество скорее для вершинной гнили, бактериальный рак и так далее. Ну, вот от вершинной гнили помогает избавиться именно от причин, то есть от самих бактерий. Но причины вершинной гнили, это все-таки не успели полить в жару и нехватка кальция. Нехватка кальция опрыскиванием, вот селитра кальция помогает. Кстати, я ее взял. Ну а так лучше, конечно, вносить кальциевые добавки в почву. То есть доломитовая мука, ну, например, в барфоске и в суперфосфате есть примесь кальция. Тоже можно использовать. То есть под томаты хорошо барфоску использовать под перекопку. Ну а доломитовая мука вообще 5 лет разлагается. Там достаточно один раз в 5 лет внести. Ну а если у вас уже появилось, вот эти два препарата от вершины гнили. Так, актара. Актара — это такое вещество, которое удивительным способом можно поливать. То есть им хорошо во время цветения каких-то растений, можно им обрабатывать поливом. Оно защищает растения и накапливается именно в листьях, а не в плодах. Актара еще, ну вот тиаметоксам вещество. Хорошая вещь, но 20-30 дней нельзя кушать какие-то, ну, растения, которые обработали. Даже если под корень колить. Даже под корень тем более. 20-30 дней нельзя. Ну, на комнатную, например, поливом отлично, чтобы дома не опрыскивать, не дышать. Это препараты от сорняков. Есть сплошного действия, есть избирательного. То есть, например, хакер, он работает на газоны. Он не убивает вот эту, как обычную траву, однодольную. А вот другие, например, подорожник, одуванчики, он уничтожает. Есть другие избирательного действия. Там миура, которая действует на морковь не действует, на мокрицу действует и так далее. А есть сплошного действия. Они как раз таки идут, ну, если вы хотите полностью все убить. Стриж, раньше был раундап, из-за санкций он закончился. Торнадо, агрокиллер. Агрокиллер из них самый сильный. Но его днем с огнем не сыщешь. Ну, вот такие тоже хорошие. Сплошного действия. Так, дальше. Ну, цитокининовая паста. Это такое вещество очень интересное, что вы можете помазать растение, и оттуда выйдет новая почка. Это даже работает на березы, я проверял. Но это очень, как, нехорошо для растений. Потому что вы насильно заставляете его выращивать новые побеги. Поэтому это аккуратно. В основном работает на... Ну, применяют на орхидеях. Хотя можно и на других растениях, только аккуратно. Там нельзя усердствовать слишком много. Так. Корни нет. Это именно на ствол разрезать можно, помазать, и там вырастет новая ветка. Вот так вот работает. Да. Вот фитоспорин. Это бактерии, которые как сенная палочка, из сена варят. Это хорошее
бактерия, которая не дает плохим бактериям размножаться. Оно слабое, но если будете постоянно его использовать, то оно заполнит все и не даст развиваться плохим бактериям. Так. А, ну зависть. Это делается из грибков. И это помогает именно завязыванием плодов. Лучше использовать не универсальную, а специализированную. То есть огуречная, помидорная. Ну, это стандартная в основном. И ну, абсолютно безвредная. Через день можно собирать урожай. Но обычно завязи не формируются как раз-таки из-за неправильной методики. То есть, например, у нас поликарбонатная теплица, плюс 35, и пыльца слипаться начинает. Нам надо вечером ходить и трясти растение за ствол. Тогда пыльца осыпается и происходит завязывание. Либо кисточкой. Но это тяжело. Ну, поветривозряд. Такой интересный препарат. Это бактерии, которые уничтожают подземных вредителей. То есть проволочник в основном. При посадке его можно добавить на картошку. И проволочник сам по себе, ну, его съедят эти бактерии. Против нематод, к сожалению, не действует. Вот так вот. Так, ну, в принципе, это все. Ну и Чернышевского 25. Ну, я даже не помню, сколько она. Просто поэтому. Системы защиты индивидуальные. Перчатка, маска и очки для сильных химических препаратов.